Считаете, что ваш любимый мужчина вам изменяет? Ищите действенные способы, как уличить его в этом? Прямо сейчас мы проверим эффективность самых известных и обсуждаемых в интернете способов проверить, изменяет ваш мужчина вам или нет. А помогут мне в этом мои замечательные подруги. Встречайте! Актриса Екатерина Колесник, светская львица и телеведущая Светлана Вольнова, кулинарный эксперт Наталья Левинзон. Здравствуйте, мои дорогие. А в таємній кімнаті дівчат уважно слухають чоловіки, які зроблять свої висновки про дієвість кожного з методів. Конечно, эта тема бесконечна, к сожалению. И не всегда, когда мы думаем, что любимый нам изменяет, он на самом деле это делает. Но тем не менее, поискав в интернете, на форумах, нашла 5 самых обсуждаемых способов, как определить, изменяет мужчина или нет, и решила вынести вам на обсуждение, а заодно узнать, изменяли вам или нет. Но мне не изменяли. Как ты думаешь? Ну, я не знаю, мне так кажется, по крайней мере. Но интересно все-таки, знаешь, узнать какие-то способы и, может, даже применить, может, рассказать друзьям. Я вообще против подобных проверок мужчинам. По поводу того, изменяли мне мужчины или нет, могу вам сказать, что да. Это было как раз-таки с моим первым мужем, и я застала его в кафе с другой женщиной. Пошла кататься на роликах и вижу, что он так сидит любезно с другой женщиной. Ты вот этими роликами? Нет, нет, нет. Это другой способ. Я была настолько ошарашена, что я поехала на этих роликах чуть ли не до аэропорта Борисполь кататься. А вот если бы ты знала о методах, которые помогают разоблачить измену, то ты бы не столкнулась в лоб-лоб с этой неприятностью, а ты бы заранее поняла и уже подготовлена бы, как-то, да? Да? Поэтому есть смысл все-таки, ну, по крайней мере, обсудить, да, твой опыт нам пригодится. Екатерина. Ну, я не сталкивалась с изменой, слава богу, и никому не желаю. Ну, я не очень верю, что какой-то метод поможет понять, стопроцентно изменяет ли мужчина. А ты можешь просто, как говорится, наехать ни за что. Обидеть человека. Обидеть человека, усомниться в его верности. Ну, то есть возникает очень много вопросов. Мне просто интересно, что же там такое интересное написали девчонки. Поверьте, там такое интересное. Для того, чтобы мы с вами обсудили эти способы, я даже завела себе секретный сундук, скоро за него возьмусь. Что касается меня, то если бы я знала о методах, которые разоблачают измену, а действенных, то, возможно, в моей жизни все бы пошло по-другому. Ведь я узнала о том, что моим мужьям не изменяли, уже после того, как с ними развелась. Конечно, это очень хорошо, это потому хорошо. Что развелась я женщина. Не из-за их измены, но все-таки какое-то чувство облапошенности осталось. Осталось. Знаешь, то есть это происходило, а я даже... Как говорится... Это они дураки, Наденька. Это не ты глупая, незаметная. Спасибо серьезно. Тебе. И вот на этой оптимистической ноте я предлагаю все-таки начать обсуждение 5 методов, как уличить изменщика, которые я нашла на форумах в интернете. Дайте мне, пожалуйста, вот этот сундук. Это сегодня фактически единственный представитель мужского рода. Ай-яй-яй-яй-яй. Наденька, не лукай. Тут еще есть 2 сундука в тайной комнате. Вы видите, я не пригласила мужчин для того, чтобы мы могли уже откровенно все говорить, не задумываясь. Ну, плюс плачущий мужчина зачем нам, правильно? Итак, первый метод. Вспомогательный предмет. Барвник харчовый. Да. Для того, чтобы прочистить организм. Пусть обосрется перед любовницей. В прямом и в переносном смысле. Об этом, девочки, можно только мечтать. Но наша задача узнать, определить вообще, есть ли рыльца в пуху или нет. Изменял-то не рыльцем. Каким? Я не знаю. Нет предположений вообще абсолютно. А ну его, пусть изменяет. Покрашу-ка я пироженки. Ладно, сдаетесь? Тогда я вам прямо прочитаю, как я это на форуме увидела. Давай, жги, Надюша. Устройте мужчине провокацию. Мол, вы знаете 100% работающий способ и хотите с его помощью проверить любимого на верность. Принцип действия. Замочите в тазике с простой водой белье, в котором он ходил. Трусы, то есть. Я думала, его замочите. Сейчас. И ему говорим. Если до утра вода в тазике станет розовой, значит, ты изменяешь. А сами незаметно... Надя, он до утра станет розовым. Сами незаметно подсыпаете в воду краситель или марганцовку, ложитесь спать и ждете утра.
Если мужчина изменяет, он увидит, что вода розовая, и подменит, конечно же. Ну, то есть, чтобы скрыть этот факт. Скрыть, да, то есть он не скажет, сейчас, любимая, все хорошо, сейчас. Слушай, обрати внимание, какое бурное обсуждение. Половина из них уже думает, где купить краситель. Там уже так на блокнотик, так, краситель. Сейчас. Или просто топориком. Да. На! Просто представляю мужика, который приходит, а у него розовые трусы. Он говорит, зачем? Который бы согласился. Ну, ты представляешь, я прихожу к мужу и говорю, послушай, давай я замочу твои плавки. Нет, конечно. Он не знает, в воде. Ты знаешь, что говорят? Машка узнала, что муж ей изменяет. Знаешь, каким образом? Замочила его трусы, а утром они порозовели. Давай проверим, убедимся, что метод работает. Ты ж мне не изменяешь, значит, не порозовеют? Он говорит, да, конечно. А сам думает, блин, порозовеют. А вы берете и подсыпаете еще же, на пальцах еще раз объясняю. Подсыпаешь, то есть вода розовая. Мужик приходит, вода розовая. И он думает, блин, метод работает. И меняет на прозрачную. Вот в чем. Не знаю, я бы, например, с женой, если бы она такое сделала, мы бы всю ночь сидели над этим тазиком, вот, правда. И ждали бы пока... Причем она засыпает, я, нет, стоп, сидим, ждем. Я поняла уже этот метод, но мне не кажется, что он что-то мне, наверное, ко мне не очень. Я бы не назвала это методом, в принципе. Это просто какая-то дурь. Опа. Вердикт однозначный. Этот метод не то, что он не работает, он глупый, его вообще не нужно применять. Не, просто если об этом пишут, это значит, что нашелся мужчина, который все-таки подменял воду. И не один, могу сказать. Переходим к следующему способу. О боже. Ничего себе, будем мыться. Простынка-чика. Постельное белье. Оно для... Думаем. Что такое? Что? Вы что, не знаете, что делать с постельным бельем? Мы знаем, что делать на постельном белье. Отличный, правильный ход мысли. Задушить простынью. Рано, ты еще не уличила его в измене. Сначала замочить, а потом этой простыночкой его накрыть, чтобы мухи не летали. Вот для того, чтобы уличить, изменяет или нет, нужно постелить волшебную зеленую простынь. И муж должен позеленеть. Нет. Предложить ему заняться... любовью. Радикальные меры. После это символ... того, как он поздно вернулся домой? Умничка. Смысл такой этого метода, который обсуждают активно в интернете. Есть сторонницы, есть противницы. Если муж приходит поздно с работы, вы думаете, что он задержался, и был у предполагаемой любовницы, то вы всяческими способами пытаетесь его соблазнить. И если он не ведется на интим, который в целом ему по душе, значит, он изменяет, у него просто нет сил после любовницы. А если мужик устал и хочет спать? А если муж горячих кровей и... То все тебе завидуют. Все, точно. Это хорошо. Отлично, что ты спросила. У меня муж, например, он грузинский еврей, и я не думаю, что будет проблема, да, если он даже, Опа-па. Если он там где-то пошел и пришел домой, это не метода. Говорит о том, что он скажет, нет, я устал. Да, все зависит он от темперамента, я слушай, согласна. Так это же у тебя и риск больше. А? Ему же надо куда-то этот темперамент девать. Тебе надо обязательно способ какой-нибудь сегодня выбрать, Наташа. Я тебе как подруга советую. А если он шахтер? Если он тяжело работает на заводе, то есть если этого устал, варианта нет. Устал, конечно. Да. То есть я представляю, этот мужчина с черными кругами под глазами, с этими руками рабочими приходит, а ему еще и женщина выносит мозг, честно говоря, не очень. Согласна. Ну, во-первых, когда мужчина в чем-то задействован, да, он приходит, он пытается прятать глаза от женщины, когда он вернулся. А если ты его спрашиваешь, как дела, обнимаешь его, и он говорит, милая, я бы не прочь, но просто очень устал, понятно, что он точно не изменяет. А вот если прячет глаза, не хочет ни о чем говорить, и тем более устал, быстрее идет в ванную, вот это верный вот это, способ. Если что пришел может... и моется, то плохо, все да. плохо. Итак. По-нашему этот метод не работает, потому что мы, женщины, которые его применяют, 50-50. Какие-то эгоистки. То есть мы все рассматриваем, что так, ты должен сделать то, что я хочу, если нет, то ты изменил. Какие мы мудрые. Переходим к следующему методу. Будем девочки, принимать. Я предупреждаю, это очень смешно. Не, до этого все были серьезные способы. Будем принимать ванную будем принимать, я так понимаю. Когда мужчина моется. В смысле? Я так думаю. И? Не знаю. Ну, не просто моется, наверное же. Давайте, да это народный способ. Это легенда.
Еще от наших бабушек она пошла. А сейчас женщины возобновили, знаете, новое, хорошо забытое, старое. Это ну, что-то с медициной может быть связано. Да. Ладно, сдавайтесь. Итак, этот способ такой. Если мужчина пришел поздно, опять же, вы подозреваете, что он вам изменяет, наполните ванну водой, пусть он сам идет или вы с ним идите, но смотрите не в глаза, а на мужское достоинство. Ой-ой-ой-ой. Если недавно у него были интимные отношения не с вами, то мужское достоинство все будет на поверхности, всплывет. Всплывет и уйдет. Позор. А если нет, если... Я понимаю, что я сейчас выгляжу как дура. Я лучше буду зачитывать, как будто это не я. Обратите внимание на инструмент измены. Если мужское достоинство всплывает, измена была. Если тонет, не было. А если тянет ко дну, то что? Всего меня? А вы представляете, его еще надо в ванну. Еще. К этому же должно быть, наверное, какое-то объяснение. Заманить, посмотреть. Вы представляете, и пробегаешь, и начинаешь туда смотреть. Как это смешно. Света, я тебя люблю. Нет, ну это все можно есть легко сделать. Есть более простой способ, это когда мужчина ложится спать, ты его просто немножко потрогай за вот за это самое, и все поймешь сразу. А расскажи, что там надо нащупать? Ребята, вы такие вещи спрашиваете. Как наша опытная подруга? Ну, если, ты же понимаешь, если... Ты же понимаешь, Надя. Тяжелое, то ты это сразу почувствуешь. Если легкое, ты тоже сразу Ну, так тогда, если тяжелое, действительно не всплывет. А если легкое, пусть всплывает. А вот это еще, девочки, это плохо, для чистоты эксперимента. Пунь-пунь. Ну, чтобы все-таки убедиться. У меня дома ванной нету, поэтому мне этот способ, наверное... Пожалуйста, уже. Ну, почему? Можно попросить в мисочку с водой положить? Марганцовочку туда, помыть его, а потом уложить на эту простынь. Сейчас выходим, там два тазика в студии. Давайте, у кого же всплыло? Как я уже сказала, хорошо, что сегодня с нами нет мужчин. Сейчас бы мы не могли вот так хохотать фривольно в глаза их достоинства глядя. Из всех методов он, мне кажется, наиболее правильный. Ну, научный фактически. Это действительно, он научный. Ну да, медицинский, скажем так. Это правда, к сожалению, да. Я реально сегодня проверю. Интересно. Как оно себя ведет? Что там ждать, пойдем сейчас? Давай придем к девчонкам уже с аргументами. Кстати, для того, чтобы убедиться в том, насколько этот метод научный, с медицинской точки зрения, мы обратились к специалистам. Внимание на экран. Это у него не будут поплавки плавать. То есть вы имеете в виду мужское достоинство, да? Это как метод вареных яиц, да, если крутится, то... Ну, мужчина опускается в ванну. Как всплывает? Это какое достоинство надо иметь? Или цеплять к нему что-то? Что он всплывал? Я думаю, что этот метод не работает. Это без комментариев просто. Ну, таких, ну, это не, скажем так, не критерий измены. Это выдумка. Мужское достоинство не может всплывать из принципа, потому что оно или есть, или его нет. Вот тот мужчина, который сказал «без комментариев», мне кажется, он в этот момент думал, так, ванну принимать в одиночку. И так метод не работает. Теперь я понимаю, почему мужчины принимают душ в большинстве своем. Следующий способ, подсказка. О, ну, ясно. Легкотня, да? Да, легкотня. Ну? Проверять его телефон или да. что? Прошлый век. Кто сейчас так делает? А вы тоже хотели это предложить? Нет. Уже нет. Я ни разу не... смотрела мужчине в его телефон. Света, ты святая. Молодец. Нет, это слишком тривиально. Я знаю, позвонить ему и спросить, любимый, ты мне изменяешь, да или нет, говори. Потому что тебя уже месяц нет дома. В интернете обсуждают вот такой способ. Отправьте на телефон любимого СМС игривого содержания. Ты платил за газ? Не со своего номера, разумеется. С другого какого-нибудь номера. Например, когда мы уже встретимся, почему ты мне не звонишь? Мужчина, у которого есть отношения, будет отвечать и вести диалог. Кстати, мне кажется, что это рабочий способ. Это первый, который вот ко мне заговорил. Ну. Любой мужчина будет отвечать, чтобы понять, кто ему написал. То есть мужчина, который ну, изменяет, да, или раз хоть изменял, он, скорее всего, поведется на такое. Смотрите, мне кажется, что здесь нужно быть более изощренной. Давай, Светлана. Потому что мужчин всегда выдает первая реакция. Да. Поэтому в то время, когда мужчина получит такое сообщение, нужно быть с ним рядом. И в сообщении должно быть, знаешь что? Как мне нравится твоя родинка на правой ягодице. Она меня так заводит. И мужчина такой. Что, у меня есть?
ты ж... Вот. Mm-hmm. Вот что нужно делать. Подождите. Если уже, так, если уже мы подошли к моменту измены, значит, попросить свою подругу отправить в какое-то игривое. И в этот момент как раз он получает. И смотреть на его реакцию. Mm-hmm. Если он так увидит быстренько так это раз и положил, ничего страшного. А если он как-то так засмущался, uh-huh. куда-то пошел, вышел. Вы знаете, сразу все видно. Мужчины, они как дети. Они первоначально не умеют скрывать своих эмоций. Да, Светлана усовершенствовала метод. А с другой стороны, мне кажется, что если мужчина, вот представьте, ваш муж изменяет, он же не всем изменяет, он какой-то конкретной женщине, ее телефон он наверняка знает и хранит как зеницу ока, и вдруг с какого-то вообще левого телефона. Не факт. Это приятно ему может быть, знаешь, это как знак внимания какой-то. И вот мне кажется, что могут повестись на такое. А вдруг она сменила телефон? А, или для конспирации с другого, да. Она. Я вам так скажу, то есть, я не делала так, и, наверное, не прибегну к этому. Все девчонки в своей же схеме запутались сейчас просто. Я так не делала, но я вам сейчас расскажу. Теперь уже не зарекайся. Ну, просто мне молодой человек написал с другого номера. Там что-то или «доброе утро», или «привет». Я знала, что это он. Какие-то были потом сообщения, ничего такого, чтобы я бы не определила. И в конце он добавил, говорит, когда мы начали переходить на жучара, там, на какие-то... Ну, на нежные. Такие, да. На нежные, да. Жучара. То он прям спросил, когда ты поняла, что это я. А я изначально поняла, что это, что это он, что это была просто такая игра. А я изначально поняла, поэтому я делала так. По поводу этого способа, который мы обсудили, получается, что он наиболее вменяемый из предложенных, и, в принципе, он может сработать, да? Да, я думаю, Мне так неприятно становится, когда я вот даже думаю о том, что можно так поступить. Да. Можно попросить подругу, которая скажет, да, конечно, давай я напишу твоему парню. А потому что очень... тебя не припекло. Как говорят в народе, петух жареный в жопу не клюнул. Но петушару можно прижать самого. Вот. Понимаешь? Петуша. Это уже такие, знаешь, чисто терки пошли. Девчонки, да, они же не знают, что мы тут сидим. Ну, из этих всех способов он, наверное, все-таки самый какой-то такой адекватный. Вы представляете, если мужчина альфа-самец. Ну, вот как у Наташи. Который нравится очень многим женщинам. Женщины просто могут вообще к нему приставать. Да. Что есть такие случаи, когда по работе там пишут. И вот начинает какая-то такая поклонница, например, ему писать. Конечно же, ему сразу это будет неприятно. Вот в таком случае совет мужикам. Мужики, пожалуйста, сразу скажите, что вас кто-то допекает. Все. Совет от юриста. Обратитесь в полицию, если вас допекают. И следующий метод, когда я прочитала о нем на одном из форумов в интернете, я сразу вспомнила свою давнюю подругу, которая вышла замуж, будучи студенткой. Они учились на заочном, и ее муж должен был ехать на сессию. Кого же было мое удивление, когда она собирала его и положила ему семейные трусы. Это сейчас семейные трусы в другом виде вернулись, а тогда это было вообще... Такое не очень. Труселя. И она, значит, положила ему, и говорю, а чего? Он говорит, потому что нечего там раздеваться, где попало. Вот я ему семейные трусы положу вместо красивых плавок, и он постесняется раздеваться. Логика. Тогда же только подпольно трусы другие продавались, правильно? Он бы никогда в жизни не смог бы себе купить другие трусы. Я не знаю, что она думала, но метод, который мы будем сейчас обсуждать, хотя и касается нижнего белья, он немножко другой. Как вы думаете? Зашивать трусы или что? Пришейте ему к ноге. Пришейте ему. К ноге. Чтобы не всплывал. Я, честно говоря, вообще это не могу. Это какая-то пытка. Имя жены вышить на трусах. А сразу видно, да, что мои подруги уже давно не штопают носки и трусы. Но я только пытаю, как видите. Тогда вот интрига раскрыта. Когда ваш мужчина собирается на встречу с друзьями или коллегами без вас, помогая ему собраться, подсуньте заштопанные трусы и носки. Проследите за его реакцией. Если он идет с друзьями посидеть в баре, где не нужно разуваться и тем более раздеваться, он отнесется к этому спокойно. Если реакция будет бурной, по-видимому, все-таки не к друзьям он собрался. Нет, я снимаю штаны, она увидела трусы. Господи, эти трусы! Ну а если он где-то, допустим, он пришел куда-то там, неважно, просто даже к друзьям, что он будет в заштопанных носках? Я не знаю, я предлагаю обсуждать. Друзья, метод не работает 100%. Ну он какой-то вообще, как будто бы ему 100 лет. Это очень, конечно, экстравагантно, и вообще я аплодирую этой девушке по поводу ее вообще вот такого изощренного ума, фантазии. Молодец, браво. Но, подумайте, мужчина, если он хочет заняться любовью с другой женщиной, да, он быстро идет в душ, все с себя снимает, выходит в полотенце и здесь, и все. И носки, и трусы, все это быстро снимается с такой скоростью, что вообще никто не увидит. Умница! Вот! Света!
Не работает этот способ. Не, ну в конце концов, действительно. Ну... А потом мужчины могут и в ботинках это делать. Ну, как бы можно понять еще того мужчину. Он скажет: здрасте, я в прошлый раз участвовал в конкурсе на раздевание. Ты помнишь этот позорняк? На корпоративе, да-да-да. Ну, где-то даже разутся, ну, ты представь, ну, это же ужас какой-то. Ну, какое-то просто... неуважение к своему мужчине. Он скорее унизит мужчину. Да. Давай поддерживать друг друга. Одень лифчик, пришитый к трусам. Трусам. Не работает. А если не заштопанные, а грязные носки предложить? Еще и свои. Какая тебе разница? Розовые. Как ты думаешь, если мужчина изменяет женщине, кто в этом виноват, женщина или мужчина? Безусловно, в этом виновато правительство. Я согласен. Причем правительство соседней страны. Итак, мы выяснили, что практически все предложенные методы с женской точки зрения, хотя их женщины придумали, кажутся немножко странными. Но один частично работает. Это метод с смс-кой, с незнакомого номера на телефон. И, конечно, до этого момента вы, наверное, думали, что я ваша хорошая подруга, да? Мне так Надя, стыдно. Надя, не надо. Я тебя после штопанных носков, я это не выдержу. Мне так Пожалуйста. Стыдно признаваться, что я вас обманула. Я вас обманула. Фух. Я говорила, спасибо, что Надя. Мы обсуждение сегодня ведем без мужчин. Но двое наших прекрасных коллег и друзей слушали все. Они сделали свои выводы. Не по телефону, а в тайной комнате. Да. Боже. Вы, мои дорогие зрители, уже видели, что там происходило, слушали комментарии. Вам я специально не сказала. Ну, встречаем мужчин, которые все слышали и сейчас готовы сказать нам о своих впечатлениях. Михаил Присяжнюк и Григорий Ермолин. Кошмар какой-то. Я вижу, ты не рада. Я неправильно выбрала мужчин. Кошмар какой-то. Это хороший мужчина. Гриша, наверное, принимает ванну. Он трусы штопает. Молодец, чтоб нам меньше работы было. Фу, хорошо, они в замечательном настроении, это уже хорошо. Что-то я не вижу, чтобы они были в замечательном Могли настроении. Могли бы сейчас такие разъяренные выходить. Ну, еще, кстати, выбрали самых порядочных мужчин. Самые порядочные мужчины. Да. Михаил Присяжнюк и Григорий Ермолин. Встречаем. Еще и красивые. Еще и умные, и талантливые, и такие прям, ну вот такие прям вот все. Собственно, Михаил, доштопал. Я была на стороне мужчин. Свет. Мишенька, иди ко мне, я тебя сундучком стукну. Ты понял, кто здесь босс, да? Вот, да. Нет. Да, прикрой на всякий случай, а то вдруг всплывет. Я вижу, какой метод заинтересовал вас больше всего. Все на самом деле заинтересовали. Хорошие, да? Розовые трусы, штопанные, сейчас свои проверяю. Почему задержался? У нас как бы уйма вопросов, и мы с Гришей уже договорились, что он свое проверяет, я свое проверяю. И оба мы будем дистанционно проверять, так всплывает или нет. Интересно стало. Хорошо, на самом деле. Чистый интерес. Ребят, ну вы заметили, что мы забраковали практически все методы? Вы просто еще не видели, как мы их забраковали. Мы не хотели бы, чтобы наши трусы были розовыми, просто в силу того, что нам ни ему, ни мне не идут розовые трусы. Не идут розовые трусы. И если вы хотите покрасить что-то, покрасьте непосредственно уже то, о чем мы не говорим на этой встрече. Это будет, по крайней мере, прикольнее. И там, если краска хорошо сохранилась, значит, не изменял. Да. А если подстерлась где-то, значит, подлый. Разный уровень стертый. Кроме шуток, какие-то женщины, может, думают, да, девочкам методы не понравились, а ребята, может, сочтут, что можно так выяснить. Какой метод показался наиболее глупым? Ну, наиболее глупым показались все. Ну, мне кажется, гран-при получил краситель. Понятно. Да, ну вот, конечно, этот момент с телефоном, он имеет место быть, потому что если мужчина все время держит телефон в руках, вот он все время с ним ходит, он говорит в унитаз, и как у одного моего знакомого недавно жена открыла дверь в уборную, а он разговаривает в унитаз по телефону, и я увидел, у него рука дернула и уронил туда. Бульк! Yes. Правильно, вот божья кара. Наверное, это самый разумный из всего, что мы услышали. Наиболее приближен к реальному методу. А я все-таки думаю, что будет круто, если появится какой-нибудь форум, где девушка напишет не об очередном методе, как проверить мужчину, а будет просто говорить: слушайте, ребята, будьте с ним откровенны. Катенька, спасибо тебе огромное, золотые слова. Я благодарна всем, кто сегодня нам помог. И мужчинам, и женщинам. Будьте верны друг другу. Любите друг друга. Как они. В вашей семье обожают чаи с добавлением ягод, фруктов и трав.
Но покупая 100-граммовую пачку якобы натурального чая за 100 гривен, вы внутри пачки находите только труху? Тогда приготовьте чудо-чай самостоятельно у себя дома. Следуя советам моих гостей, встречайте! Мольфарка Елена Стеценко, эксперт по качеству продуктов Костя Грубич. Здравствуйте, мои дорогие! Привет! Я уверена, что не ошиблась, пригласив на эту тему именно вас, потому что в ваших семьях натуральные чаи в почете. Моя сім'я дуже любить вживати цілющий ароматний чай, але треба заздалегідь про це потурбуватися. Отже, треба влітку і навесні зібрати правильно трави. У мене молодші діти, вони дуже люблять пити чай із м'ятою, з мелісою. А онучку, він ще маленький, готуємо чай із фенхелю і плодами кропу. А старша дочка, вона любить ромашку, любить липу. Але у нас є самий фартовий чай для усієї сім'ї. Секретами його приготування ще поділилася моя бабуся. І сьогодні ці секрети я розповім вам. І також я приготую цей чай і напою усю стадію. Я б і хотів забути про ці чаї, але дружина не дасть. Тільки ми потрапляємо, ну, колись до Криму, тепер в Карпати. Ми ходимо по базару, угу, у цих бабусях, по мужичках і шукаємо трав'яний чай. Але кілька разів купив чай, начебто у гарного продавця, такі чесні очі. Відкриваю, а там як павутиння якесь. Угу. Чай зіпсований. І як на це не наразитися, от я постараюся акумулювати весь свій досвід і знання і розказати. А може бути проще пойти в аптеку, купити ці трави, вони ж там продаються? Ні, Надійко, той чай із трав, який ви зібрали самі, він буде більш цілющий, більш енергетично, позитивно буде впливати на ваш організм. А ще мені моя приятелька Марія Стефанія, теж травниця, цілителька, вона розповідала, що треба встигнути до Івана Купала ці трави збирати. Саме у цей час, у червні, трави мають найбільш цілющі властивості. Я ще додам, що це ще й економічний ефект має, тому що в магазині ароматизовані чаї коштують, ну, 100-150 гривень, а тут отримаєш задоволення, подихаєш свіжим повітрям та ще й зекономиш. А у мене таке впечатлення, що ми з вами зараз зберемося і в командировку за травами, тому що ви з собою нічого не принесли, з чого ми чай-то будемо робити? Все у нас тут є. Ми будемо поступово зараз розглядати різні види трав, як їх збирати, як їх зберігати і як заварювати чай. Тому що вже чан стоїть з цілющим майбутнім чаєм. Для початку мені потрібні гілочки малини. Гілочки малини ми кидаємо першими, тому що вони мають таку товсту структуру і вони повинні прокипіти не менше 20 хвилин для того, щоб вони надали цілющі властивості і аромат нашому чаю. Гілочки малини ми збираємо, коли люди прирізують малину. Оце буде найкращий аромат і поживні властивості. Але мало зібрати, зрізати гілочки, ну, зараз малини, їх ще треба правильно висушити. Є способи вертикальної сушки, горизонтальної і і для кожного виду ягід або трав треба обирати свій спосіб. От, наприклад, для малини, як ти думаєш, що підходить? Горизонтальний. Розложить просто на досточки. В принципі, можна так зробити, але більш ефективний спосіб – це вертикальна сушка гілочок. І в нас є тут такий рояль в кущах, де все можна наочно побачити. Відкриваємо завісу. Так от, де ви все спрятали? Чудова конструкція, красота какая, яка дозволяє сушити різноманітні трави і гілочки. А от висушена малинка, вона у нас крайня. Береться свіжа малинка, десь 10-15 пагонів, і зав'язується в ось такий пучечок. І підвішується на вішало. Треба, щоб це було в темному місці, бажано гарно провітрюваному. І температура сушки, ну, не має бути більше, ніж 20 градусів. Десь кімнатна температура. Ось це ідеальний зразочок. Пані Олено. Костю, бачите, листочки не поспадали, тому що як ми горизонтально сушимо малину і перекладаємо її з боку на бік, листочки обламуються. А дуже важливо, щоб рослина була цілісною. Промивати траву не потрібно перед тим, як сушити. Тому що вона може пожухнути і навіть грибок може початися. Угу. Треба просто обирати правильне місце збору, щоб це не було біля дороги, щоб так не було там осаду від бензину. Потрібно збирати рослини у суху сонячну погоду, щоб на рослинах не було роси,
роса сходить, і десь о 9, о 10, о 11 годині почекаємо 20 хвилин, поки гілочки малини з листочками заваряться, а наступним компонентом буде м'ята і ромашка. Есть, наверное, особенности, как нужно высушить ромашку и мяту, хотя это кажется таким простым. Но я помню, у бабушки она так обрезала ромашку, цветочки, и потом сушила в тенечке на улице. Правильно бабуся все робила? Правильно. А мяту почему-то я не помню. А покажи, Надю, на чому бо ти сушила? Ось тут у нас є папір, є ось така сітка, є деко залізне. Пергамент. Ідеальна відповідь. Правда? Правильно. Тому що якщо ми будемо висушувати траву на залізі, то вона може впаритися і виділяти вологу. І гірчити. І... Надю, зараз я тобі покажу. М'ята одна засушена правильно, інша неправильно. Подивись, Надійко. Ну, мені от це подобається, вона така, як підв'ялена. Мені здається, вона буде дуже ароматна в чаї. Саме тому, що вона підв'ялена, вона не підходить нам. Найбільша небезпека для рослин – це вологість. Цю вологість дуже люблять комахи, різноманітні бактерії. І м'ята при сушці має ледь такий коричнуватий відтінок мати. А от ромашечку, то вона правильно висушена, вона на дерев'яній дощечці лежить, все нормально. Ромашечку також можна сушити на тканині, на марлі, але на марлі такий миленький. В некоторых сельских домах, когда заходишь, вот этот аромат трав, это так приятно, такой уют домашний создается и какая-то прямо магия. Вот так вот подвешены пучки разных трав. Полезные свойства растения не утрачиваются, после того, как его высушить, даже правильно. Вони навпаки концентруються. После малини ми відправляємо ромашку і м'яту, так? Да? Так, кидаємо три жменьки ромашки. Так, і кидаємо... Ой, Костю, потримай, будь ласка. Уже три растіння ми використовували в составі цього чаю, але, я так розумію, це ще далеко не все. Так, можна кидати до нашого чаю ягоди. І це у нас буде... Чорна смородина. У мене подруга є, яка обожає чорну смородину, і вона обов'язково сушить в духовці, кстати. Відправила градусів 40, поставила, і поки не висохне, вона її там держить, правильно? Боже, як звати подружку цю? Таня. Танечка, не робіть так. Це така помилка, тому що в духовці, в печі сушити ягоди, зокрема смородину, це просто її, ну, скажу так, вбити. Наберіться терпіння. Покладіть її в темному місці, там, де добре провітрюється. Температура не холодно, не жарко. І нехай кілька днів. 5-6 днів прив'ялюється і сушиться. А от великі ягоди, шипшина, наприклад, вона більш довше сушиться, десь тиждень. Я когда-то попробовала высушивать черную смородину, розложила на газетку. Мені казалось, що в тінечок вроде би. І у мене ягоди некоторі згнили. Костю, ти чуєш? Чую. На газеті в жодному разі не треба нічого сушити, тому що, по-перше, там є залишки від фарби, різноманітні хімічні сполуки. Краще брати ось такий папір, на якому нічого немає, і тоді сміливо викладайте туди свої ягоди. Коли ми збираємо ягоди, вони не повинні бути зеленими, а також вони не повинні бути перезрілими. Вони повинні бути такі пружненькі, тверденькі. А от зараз ви побачите, правильно висушена смородина. Прелість яка. Це яким же способом? Використовується спеціальна сітка. От, ну, вона схожа на ту, що на вікна ми закриваємо від комах. Головне, щоб через ці дірочки не падала ягода. І отак кладемо свіжу смородину або малинку і залишаємо на тиждень. І маємо ось такий результат. Та обов'язково ворушимо, перекладуємо, дивимося, чи нічого не завелося. І, до речі, цю конструкцію можна самому зробити. Чотири ось дерев'яшечки, отаких планочки, сітка москітна, прибив, натягнув і все. І ти, можна сказати, вже майже сам собі завод з виготовлення ягідних чаїв. У мене теж така є конструкція. Мені чоловік робив, ми коли вікна міняли, і сітка залишилася, і навіть цю сітку ми отак от прикріпили дуже швиденько, за півгодиночки з підручних матеріалів зробив їм дуже гарно. Нам смородини треба 5-6 жменок.
помішаємо, щоб смородинка занурилася. І ще нам потрібно буде кинути тисячолисник і звіробій. Бабуся моя казала, що без звіробою не може обходитися ні один чай. Тому що звіробій – магічна рослина. А по-друге, звіробій він відновлює травлення, він омоложує кров. Цей звіробій сушений, мабуть, на прямому сонечку. Ти бачиш, як побуріли рослини? Таким чином сонце знищило усі вітаміни, які є в звіробої. А там, де спокійно, в підвищеному стані, при вентиляції травичка висохла, ми маємо ось такий чудовий результат. Скільки сохне така трава? Десь тиждень, півтора. А потім на год хватить? Можна хранити її? До 2 років трави зберігаються. А от ягоди, вони зберігаються 3 роки. І, Костю, я дивлюся, цей звіробій, він зібраний чи не у вересні місяці. А звіробій ми збираємо десь із червня по серпень, коли звіробій тече. А що ви бачите? Це, ну, це, ось це дивися, дуже бачиш, товсті вже стебла, так? По-перше, товсті стебла, а по-друге, ти бачиш, тут уже зернята кость. А зернята звіробою можуть жахливо впливати на організм. Тобто це можна і отруїтися, і хворобу якусь отримати так, від цього? Так, у нирках камені можна отримати у жовчному міхурі. Наступна травка, вона називається тисячолисник, а в народі її ще називають деревій. Деревій можна вживати навіть як самостійний напій. А бабуся казала, що деревій дуже добре покращує травлення і дуже впливає на настрій. От на цю каструлю, так, щоб гірко не було, 3 жменьки тисячолиснику ми кинемо. Уже такий насищений чай виходить. Ай-яй-яй. А от яка найбільш розповсюджена помилка? Як ми зберігаємо ті самі карпатські або кримські чаї? В поліетиленових пакетах. Пакетах. У мене таке було. І знаєте, у мене хто там завелся? Моль. І все, я вже не рискнула навіть пити чай. Правильно, Надійко. А для того, щоб моль не заводилась, потрібно при висушуванні трав додати у них мелісу. От, наприклад, травки кладемо, мелісою перекладуємо. А коли ми сушимо гілочки, ми можемо покласти каштан, і вони тоді не заводяться. Можна зберігати трав'яні чаї і в дерев'яних шухлядах, і в картонних коробочках, в глиняних горщиках. Головне, щоб воно було натуральне. Що ще залишилося? Апельсин і корицю. Ой, от це буде аромат. Ми одну палочку кладемо на таку велику каструлю. Ну, з корицею понятно. Скоріше всього, самі ми засушувати її не будемо, купимо в магазині. А це, друже, це ж самостійно можна засушити. Замість того, щоб викинути оці лушпиння, ми його засушимо і будемо мати радість. А от ми ще не поговорили, чи можна змішувати нам, чи можна зберігати. В місті? Разом. Мій варіант не можна. А як же магазини і ці смісі? Фруктові, наприклад, або фруктово-ягодні, там намішано. А важкі рослини із тендітними рослинами не кладуться, тому що важкі рослини, вони придавлять от тендітні рослиночки і пообсипаються. А енергетика коли зберігається? Зберігається тоді, коли травинка і квіточка, вона цілісна. Як на мене, все ж таки краще, нехай кожна в своїй баночці, своєму мішечку зберігається, а коли треба композицію зробити, фантазуйте. Вже можна чай розливати. Подивіться, у тій баджі все є і для травлення, і для гарного настрою. Це якийсь чудо-напій нам Олена приготувала. Буде дуже смачний і корисний. А як його проціджувати треба? Коли в чашку нальєш, він тоді осяде. Осяде. Ми п'ємо тільки з медом, але мед потрібно кидати в чашку тоді, коли чай уже трошки настоявся і трошки прохолонув. Тому що мед не можна ні в якому разі кидати у гарячий напій. Чай кидається тільки коли не більше 60 так. градусів. У нас є помічник, який зараз забере цю кастрюльку з чаєм, а вам винесе уже в чашечках. Пожалуйста. И ароматный, и вкусный. Реально бомба. Такая кислинка смородина дала. Это просто восторг. А я дуже хочу, щоб віднині прихильників трав'яних чаїв після нашої зустрічі стало набагато більше. Щастя вам. Спасибо вам огромное. Как максимально быстро подкачать ножки и добиться эффекта бразильской попы? С этим вопросом к моей прекрасной подруге и несравненному тренеру Ане Тилуценко обращаются чаще всего.
Поэтому она решила провести групповую тренировку для всех желающих в одном из парков. Давайте посмотрим, как это было. Фигуры девушек, которые танцевали только что для вас. А хотели бы себе такие красивые ножки и такие кругленькие попки? Все желания выполнимы. Способы исполнения я покажу вам прямо сейчас. Прямо сейчас я проведу тренировку здесь вместе с вами. И хочу сразу спросить, есть ли кто-то, кто готов сразу испытать ее на себе? Ого, ого, ничего себе. Ну давайте, выходите. Бразилия. Недаром красивые ягодицы и упругая попка называются бразильские ягодички. Добиться такого результата нам поможет капоэйра. Этот вид спорта сочетает в себе и борьбу, и фитнес, и танцы. Предлагают многие звездные тренеры использовать его постоянно. Ножки становятся подтянутыми, ягодицы, соответственно, тоже. Я испробовала этот комплекс на себе и на своих подопечных. И ожидаемый эффект появился через 2 недели. Противопоказания. Если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или заболевания опорно-двигательного аппарата, то делать этот комплекс запрещено. Угу. Ни у кого ничего такого нету? Нет. Нет? Отлично. Первое наше упражнение. Оно называется «Приседание в кадейре». Это базовое упражнение. Именно это упражнение называется в фитнесе «Приседание». Но здесь оно немножечко по-другому выглядит. Мы ставим ноги чуть пошире. Еще чуть-чуть пошире, не стесняйтесь. Вы сюда вышли, значит, вы не скромные девушки. Нет. Поэтому ноги еще шире. Из этого положения мы присаживаемся вниз, сгибаем ноги в коленях и хорошо отставляем попу назад. Боже, какие вы молодцы. Выставляем руки вперед, попу отставляем еще дальше назад, коленки пошире. Да, еще присели чуть-чуть ниже, еще больше прогнулись в пояснички, держим. И держим мы не просто секунд 5-10, а держим 30 секунд. Держим, 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 держим. Остается еще 6, ниже 5, 4, 3, 2. Отлично. Молодцы, похлопайте сами себе. Это было самое начало. Это упражнение укрепляет полностью мышцы ног. И передняя часть, и наружная, и внутренняя, и задняя поверхность тяжеловато, укрепляется да. Все. Тяжеловато? Да, тяжеловато. Если тяжеловато, значит будет действовать. Выполняем это упражнение от 5 до 10 раз. То есть опустились, 30 секунд подержали, встали, себя похвалили. Опять встали, подержали 30 секунд, встали, себя похвалили. Таких делаем 5 повторений. Следующее упражнение называется «Ишкива фронтау». Одна нога будет впереди, другая сзади. Мы начинаем из нашего исходного положения. Чуть-чуть присели, чуть-чуть уже отставили попу назад. Нашу левую ногу мы отставляем назад, далеко-далеко. Правую руку ставим на пол, а левой рукой как будто бы защищаемся. Сзади носочек подняли, пяточка не стоит на полу. Коленки оба чуть-чуть присогнуты. Молодцы, возвращаемся обратно, встали в чуть-чуть присогнутое колено. Другая нога. Отставили вниз, защищаемся рукой, возвращаемся обратно. 1, 2, 3, 4. Молодцы, и 5. Отлично. Это похоже на выпад классический в фитнесе, но он еще более глубокий, он еще больше растягивает. И, как и на всех выпадах, у нас идеально прорабатывается ягодица. Если вы будете постоянно делать упражнения, то проблем с ягодицами, с тем, что они опущенные, грустные, не будет ни за что. Начинать необходимо с 10 раз и постепенно довести до 20 повторений. Итак, у нас есть уже 2 упражнения. Первое – приседание, второе – Эшкио фронтау. Следующее наше 3-е упражнение – Мейлоа ди Френч. Полумесяц вперед. Мы ставим ноги чуть-чуть пошире, наше исходное, помните, пошире в сторону. Вот они у вас вот так вот, а вы их в сторону. Куда носочки смотрят, туда и коленки. Готовы? Да!
Руки защищаем себя, как будто бы мы деремся. Одной ногой делаем мах вовнутрь. Раз, и ставим обратно ее. Оп, другая нога. Раз, и обратно. Оп, ноги шире. И два. Присели. Три. Присели. Четыре. Присели аккуратно. Пять. Есть. Давайте. Молодцы. Во время этого упражнения отлично прорабатывается снова полностью все ноги. И внутренняя часть, и ягодичка хорошо работает. И добавляется еще один важный момент. Каждый раз, когда мы поднимаем ногу наверх, у нас срабатывают мышцы пресса. И нам не нужно лежать на полу и просто качать пресс. Они и так будут работать. Это упражнение отлично убирает лишний жир с ваших боков. Мы выполняем таких 10 раз для начала. И если вы чувствуете, что вы можете, или что вам нужно убрать побольше, то делаете 20 повторений. Следующее наше четвертое упражнение – это бенсу. Отставляем одну ножку назад на носок, руками снова чуть-чуть защищаемся. Мы выводим согнутую сначала ногу перед собой, слегка отклоняемся назад и выпрямляем ножку наверх. Еще раз пробуем. И выводим сначала коленко. Оп, отклонились чуть-чуть плечами назад и выпрямляем колено. Эть, подержать, подержать, подержать и отставить назад. Пробуем. И раз, и два, еще громче, три, еще, отлично, еще, и напряглись побольше, оп, как будто бы пяткой кому-то зарядили, еще один, отлично, фух, но еще не хлопаем, потому что у нас две ноги, другая нога, приготовились, снова спрятались, готовы? Да! И раз, оп, два, оп, три, выше, пять, через согнутую. Еще, выдыхаем наверх. Отлично, и мы с вами сделали. В этом упражнении, кроме всего, необходимо еще и удерживать равновесие. Каждый раз, когда нам нужно удержать равновесие, у нас хорошо работает внутренняя поверхность бедра. И то, держим ли мы равновесие или нет, зависит от нашего пресса. Это упражнение хорошо прорабатывает наши ноги, координацию, и хорошо прорабатывает место над коленками. Поэтому ноги выпрямляйте полностью до конца, выключая коленко. Начинаем с того, что делаем по 10 раз на каждую ногу, и затем увеличиваем до 20, по мере того, как чувствуете себя капуэристками. Пятое упражнение нашего комплекса и последнее, почти. Это эшкия. Отставляем правую ногу, делаем широкий выпад, руку ставим на пол и вытягиваемся за рукой. А теперь что нужно? Вернуться обратно. Оп! Толкнулись ножкой в другую сторону. Раз. Вернулись. Еще раз. Приготовились. И раз. Вернулись. И два. Ноги шире. И три. Хорошо, еще. Так, бок должен лечь на ногу. И еще один раз. Вниз. Есть, 10 раз. Фух, так, смотрю, запыхались чуть-чуть, хорошо. Эти упражнения хорошо задействуют все наши мышцы на теле, соответственно, ускоряется наш обмен веществ, соответственно, можно съесть лишний тортик. Но до этого необходимо поделать эти упражнения. Многим не нравится их внутренняя поверхность бедра. Да? Она становится дрябленькой, подвисает, и всегда хочется ее подтянуть. Так вот, это упражнение подтягивает именно внутреннюю поверхность бедра. И каждый раз, когда мы отталкиваемся ножкой, у нас хорошо срабатывает ягодица. За счет того, что мы вытягиваемся за рукой, наша талия становится тоньше. Потому что мы вот такие целыми днями забитенькие, да? Капоэра – это танец-бой с элементами игры, основной смысл которого – это непрерывность движения. Все упражнения идут в одной связке, и связующим является упражнение джинго. Сейчас я вам его покажу. Ставим ножки чуть-чуть пошире, отставляем одну ножку назад, но нога не пересекает вот эту линию. Вам должно быть достаточно комфортно. Руку одну заворачиваем, другую назад. Делаем шаг обратно, и другая нога выставляется назад. Раз и два. И раз и два. Раз. И в центр. Два, три, пять, шесть, семь,
8, молодцы, 9 и 10. А теперь попробуем сделать все в связке. Кадейра, первое упражнение, сели, оп, и пошли джинга. Раз, отдыхаем, два, отдыхаем, три. Эшкиу фронтау, оп, оп, джинга, оп, оп. Мы же с вами как шоу-балет. А теперь бенсу, помните мах? Ваша любимая. И другая нога. Оп. И снова джинга. Эшкива, помните сторону? И оп. Обратно. Оп. Я предлагаю сделать так. Мы старались. Регулярное занятие капуэйры сделает вас просто неотразимой в короткой юбочке или в коротеньких шортиках через 2 недели. Думаю, что самое время начать игру, или, как она называется в капуэре, рода. Просит купить мороженое, в котором полно красителей. Наш эксперт Танюша Литвинова прямо сейчас расскажет, как можно приготовить своими руками идеальное, вкусное и полезное мороженое. Здравствуй, моя дорогая! Привет. Посмотри, сегодня мы не просто говорим о том, как приготовить самое вкусное летнее лакомство. Мы пригласили детишек, которые точно разбираются в этом вопросе. Уж они-то выведут нас на чистую воду, если что-то пойдет не так. У меня есть 2 вида мороженого. Одно белое, другое цветное. Я предлагаю проголосовать, кто из вас за белое мороженое, кто за оранжевое. Кто за белое, ребят? Почти все взрослые. А кто за оранжевое? О, дети, дети, руки подняли выше всех. Я бы хотела спросить, девчонки, вот а почему вы выбрали белое мороженое? Я считаю, что любое белое мороженое можно просто добавить любые полезные натуральные добавки. Например, тут же курагу, чернослив, орехи. И это будет намного полезнее, чем красители. А я считаю, что белый цвет натуральный. Чем ярче мороженое, тем оно, естественно, больше привлекает деток, но тем больше туда добавляют красителей и всякой химии. Я тоже так думала, как вы, до недавнего времени. А давайте-ка спросим маленьких экспертов наших. Почему же вы выбрали, ребята, оранжевое мороженое, а не белое, как мамы? Я люблю рыжее мороженое, потому что оно яркое и вкусное. Вкусное. Не так, оно вкуснее, чем белое, да? Так да. Ты понимаешь, ну вкуснее, чем белое. Ну никак не поспоришь. Белое. Я люблю оранжевое. А почему? Потому что яркое, как солнце. Ну, раз всем нашим маленьким гостям понравилось оранжевое мороженое, предлагаю их угостить. Подожди, Танюша, на глазах у мам, которые только что объяснили, что оранжевое мороженое они бы деткам не купили, потому что там наверняка какие-то красители, иначе от чего же оно оранжевое? Да, и мам мы сможем переубедить сегодня тоже. Я поделюсь сегодня чудесным рецептом чудесного мороженого. Здесь нет никаких красителей. Здесь натуральные красители, которые делают его ярким таким вот и красивым, и еще очень полезным. Угощайтесь, пожалуйста. Ребята, ну что, вкусно? Да. Да? Понравилось? Да. Будете такое мороженое кушать еще? Да. А как вы думаете, из чего оно сделано? Из сливок, с апельсина. А еще варианты есть? Мама, не мешай мне есть мороженое, пожалуйста. Мороженое, оказывается, которое ты приготовила, Танюш, настолько вкусное, что дети даже говорить не могут, пока его полностью не съедят. Наше мороженое, не поверите, сделано из моркови. Как морковь, Таня? Морковь делает его таким вот ярким и красивым и очень-очень полезным. Для изготовления этого мороженого идет 1 килограмм моркови. Очень много витаминов. Как же тебе удалось сотворить действительно чудо? То есть таким образом приготовить мороженое из моркови, чтобы дети даже не почувствовали, что там морковка есть? Зато они почувствовали апельсин и лимон. Угу. То есть мы завуалировали привкус моркови, аромат. Да. И благодаря морковке получается этот удивительно красивый цвет, да? Да, Надюш, нам нужно сделать сок
я использовала молодую морковку, только что выкопанную буквально, сладенькая, да? То есть молоденькая морковка, она гораздо более сладкая, что позволит нам добавлять не такое большое количество сахара, как это бывает обычно. Такое количество сока получается здесь где-то 0,7 литра. И, конечно же, нам понадобится с тобой сливки. Небольшое количество сахара, буквально один стакан, один лимон, один апельсин. Нам понадобится сделать сок. Надюш, я предлагаю разделить процессы тебе, соковыжималку, лимоны и апельсины. Давай. Для того, чтобы не нагревать наш сок и не убивать все витамины, которые там есть, я добавлю сейчас сахар к морковному соку для того, чтобы он растворился. По вкусу можно регулировать количество сахара. Я добавлю 200 граммов. Пускай себе растворяется пока, а мы взобьем сливки. Сливки должны быть обязательно холодными, потому что если они будут комнатной температуры, они просто не взобьются. Начинаем с небольшой скорости и постепенно ее увеличиваем. Танюш, конечно, интересно всем нам узнать, откуда у тебя рецепт морковного мороженого. Ты знаешь, у меня есть подруга, она очень сильно заботится о здоровье своих деток, и ее дети, конечно же, выпрашивают такое вот мороженое. Я для нее адаптировала вот этот рецепт фруктового мороженого к морковке, потому что ребенок совершенно не ест. Вот мой Вовка, допустим, ест морковку, а ее дети, ну, совершенно, вот особенно, когда она приготовлена в супе, ей приходится все блендерить для того, чтобы хотя бы как-то вот они получали эти овощи. А вот это полезное мороженое, они просят, выпрашивают. Здесь 250 граммов сливок. Они сейчас увеличатся в объеме. И благодаря тому, что у нас содержатся сливки в этом мороженом, мы не будем чувствовать кристаллики льда, которые обычно фруктовым мороженым его сопровождают всегда. Сливки просто отлично взбились. Теперь я беру цитрусовый сок. Здесь лимон и апельсин, напомню. У нас апельсинки маленькие, мы взяли две апельсинки. Если апельсин большой и сочный, достаточно одного. Для этой пропорции я добавляю цитрусовый фреш к морковному соку. Еще раз перемешиваю. Сахар уже у нас растворился. Я небольшими порциями буду вливать и аккуратненько на самой маленькой скорости перемешивать. А почему так важно вливать тонкой струйкой постепенно? Для того, чтобы пузырьки воздуха, которые содержатся сейчас в сливках, остались там, и оно было воздушным, не водянистым. Так, Надюша, смотри, что у нас получилось. Не совсем мороженое. Пока. Но, если честно, очень хочется делать ложкой вот так вот. Я переливаю его в емкость. Мы можем его замораживать в такой вот емкости и потом порционно выкладывать ложечкой. Либо заморозить в маленьких одноразовых стаканчиках. Если вы замораживаете в стаканчиках, то замерзает оно буквально за 3 часа, гораздо быстрее. Если в такой емкости, конечно же, на это потребуется гораздо больше времени, в 2, а то и 2,5 раза. Если вы замораживаете в такой емкости, его нужно через 2-3 часа достать, перемешать, чтобы кристаллики льда разрушить, и обратно поставить и ждать до полного его застывания. Если же в стаканчиках, то этого делать не нужно. Ну что, ему пора в холодильник, только нужно его обернуть пищевой пленкой. Надюша, смотри, ты не ожидала, наверное, или ожидала, скажи честно. А я просто надеялась, мечтала об этом. Готовое мороженое! Да, ура! Ты уже застыла, ты готовила его заранее. Я пока напомню, как мы его готовили. Возьмите молодую морковь, апельсин, лимон, измельченные орехи, кокосовую стружку, жирные сливки, сахар, мяту. Молодую очищенную морковь, очищенный лимон и апельсин пропустите через соковыжималку. В сок добавьте сахар и оставьте на 5-7 минут, чтобы сахар растворился. Отдельно взбейте сливки. И затем сливки и сок перемешайте. Вылейте в смесь в глубокую емкость и отправьте в холодильную камеру на 2-3 часа. Через полчаса, после того, как вы поместили мороженое в морозилку, перемешайте его. Готовое мороженое посыпьте измельченными орехами, кокосовой стружкой и украсьте листиком мяты. Да, не зря наши маленькие дегустаторы говорили, что это мороженое как солнышко, очень красивое. Яркое. Надюша, чем хочешь, чтобы я тебя украсила? Орехами или кокосом? Или тем и другим? А я сейчас вообще ничего не соображаю. Сыпь, все! Я с огромным удовольствием наблюдала за каждым твоим кулинарным шагом сегодня на нашей кухне, потому что, если это вкусно, обязательно приготовлю такое мороженое. Ням-ням-ням-ням-ням. Нет, я буду держать тебя в руках. Да, действительно, никогда бы я не догадалась, Танюш. Даже сейчас, когда я знаю, что оно из моркови, я не могу в это поверить. И тут, конечно, есть очень важный нюанс. Надо порцию мороженого достать из холодильника, а остальное очень далеко спрятать. Иначе можно съесть сразу все, сколько бы ты его ни приготовила. Ты знаешь, оно не очень жирное. Мы же туда добавили большое количество очень сока. А сливок не так много, 250 граммов всего лишь. Они взбились в пышную массу, за счет этого дали объем.
Поэтому это мороженое можно кушать без ущерба для фигуры. Уверена, что на ваших столах это изумительное, вкусное и полезное мороженое появится тоже. Спасибо вам огромное. Всем привет. Доктор Калинин спешит на помощь. Мне позвонил Дима Калиденко и говорит, что карьера под угрозой, срывается важное мероприятие. Сгорела рыба. Еду спасать. Но главное, у меня с собой мой кулинарный чемоданчик. Вперед. О, Дима! Сережа, спасибо, Дима Калиденко. Да. Спасай, катастрофа, паника, просто пипец. У меня сгорела рыба. Через 20 минут ко мне приезжают друзья. Презентация новой песни, а рыба сгорела. Тихо, Ша, мы сейчас все сделаем, не первый раз, поможем, пошли. Ай, спасибо. Идем. Как же так у тебя это все случилось? Слушай. Я на секунду отвлекся, знаешь, вот накрыть стол. Слушай, лучше ты мясо готовишь. Надуть шарики, а мясо мы потом все вместе приготовим. А потому что это мое коронное блюдо. Вот, вот, Сережа, вот. Ах. Сгоревшая на мангале скумбрия. Через 20 минут придут мои друзья. А что за праздник? Вы знаешь, мы каждый год собираемся именно здесь и отмечаем рождение песни, дни рождения, поляна, свежий воздух. Сереж, понимаешь, у меня есть примета. Если песню хорошо отметить, она хорошо пойдет. Я очень забубонный. И если сейчас мы не отметим хорошо с друзьями, она может не пойти. Ой, пожалуйста, помоги, пожалуйста. Спокойно. Ты же видишь, я пришел не с пустыми руками. Это чудесный, волшебный, тревожный чемоданчик, который спасает моих друзей в тяжелых ситуациях. Один раз я уже испытал на Андрея Диком. Расскажи, что ты с папочкой с Сережей делали? Играли в кого? В доктора? Понятно. И кого они лечили? Курицу лечили. Я понял, ты доктор кулинарии. Доктор Калинин. Доктор Калинин, который всегда спешит на помощь. Осталось 20 минут, и гости на порозе. Так, тебе ответственное задание 20 минут поставить. Тикает. Время пошло, Сережа. Бимба. Так, терочка. Так, вот это то, что называется скрутка поварская. Разворачивай. Здесь все самое необходимое. Перец. Кстати, что у тебя из овощей осталось? Так, у меня есть цукини, зелень, у меня есть помидоры. О, ну классика. А, конечно же, руккола, шпинат. Хотел сделать салат. Ну, нам все это пригодится. Откладывай пока. Так, карри, соль пригодится, наверное. Но очень важно иметь масло растительное, лимон, все-таки рыба. Сережа, что же это будет за блюдо? Как ты спасешь мою рыбу? Мы сделаем рыбу такой овощной шубки, мы обернем слайсами цукини и запечем все на гриле. Слушай, а ты знаешь, я думал, что все, ей уже лапти. Я хотел уже отдать, тут собачка большая, овчарка есть, и коты есть. Я уже хотел эту рыбу отдать животным. На самом деле она еще сочная, там с кожей основные проблемы. Вот мы это будем решать. Ну как же мы это все решим? Достаем аккуратненько. Так, это хороший способ вообще для рыбы, которая подгорела в духовке, на мангале, неважно. А скажи мне, почему ты не пошел в ресторан? Вот это вот занимаешься здесь, морочишь себе голову. А, это хороший вопрос. Конечно. А почему, допустим, я не отмечаю дома? Потому что это глупо. Сейчас же свежий воздух, сейчас хорошая погода, травка, бассейн. У меня своей дачи нету. И поэтому мы снимаем этот дом для того, чтобы тут вот отмечать праздники, дни рождения, презентации песен. И просто, знаешь, проводить вечеринки хорошего настроения. Ну, логика есть. И это наше любимое место. Мы тут уже не первый год, правда. Смотри, видишь, внутренности, более того, мы запекали вместе целиком рыбу. Да. Поэтому они спеклись тоже, их легко вытаскивать. Не так вот, когда сырую, знаешь, разрезаешь, и вся эта кровь течет. Сейчас у нас осталась практически чистая рыба. Скажи мне, пожалуйста, а головку мы будем оставлять или... Не, мы будем запекать дальше с головой. Нет, поскольку нам нужна сочность в рыбе. Скажи, Сережа, а как убрать запах гари? Вот видишь, вот она немножко как... Нет, как сгоревший. Слушай, продукт. Ну запах гари — это как раз кожа, которую мы будем сейчас снимать. Вот снимай по чуть-чуть теперь. Я тебе буду помогать. Давай. Да? Ой, посмотри, очень легко снимается вот, кожа. Вот, видишь, у нас чистое мясо практически остается. Я правильно делаю? Да, отлично, супер. Так, вот все черное мы вычищаем. Так, ну а скажи мне, ради кого тут столько шухера? А, во-первых, автор слов музыки. Так. Олег Кинзов. А, Олежка. Выпускник «Экс-фактора». А. Потом Леночка Винярская, это режиссер, моя подружка, с Васей Жураховским, это ее кавалер.
ее будущий муж и ребенок приедет. Я обещал Лене Винярской. А Лена мне снимала все мои клипы. У меня уже 8 клипов. И как раз вот на эту песню, которая называется «Гасимся», Лена Винярская будет снимать видео. Понятно. Да, и вот сегодня я всех пригласил. Будет еще мой друг-помощник Артем. А сегодня делаем такую, знаешь, презентацию для своих же. Так, зелень. Даю тебе шпинат и возьми укропчика сколько хочешь на 2 рыбы, чтобы мы могли покрыть их с 2 сторон. Укропчик обязательно, я люблю укроп. И петрушечка туда же. И мелко нарезать, да, Сереж? Я тебе буду помогать. Люблю готовить и петь. Ехали козаки из дому до дому, підманули Галю, забрали с собою. Ой, ты ж Галю, Галю молодая, дай вот день напиться, ты ж такая хорошая, ух. Тебе задача номер 2. Я займусь дальше зеленью, а ты сними цедру с лимона вот на эту терочку. Хорошо. А я чуть-чуть порубаю дальше. А для чего нам цедра? А, чтобы убить этот запах горелый. Конечно. Цедра готова, Сережа. Так, отлично. Так, что делаем дальше? Помидор тебе, помидор мне. Режем кольцами. Люблю свои песни, знаешь, они все хиты. Это да. Дима, Дима Коляденко, а это еще про чемодан. Я тебя когда сегодня увидел с саквояжем, думаю, точно, точно ты слышал мою песню. Чел, 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 чел. Чемодан! Съешь помидор. Сережа, осталось 7 минут. Успеваем? Да. Цукини. Достаем вот этот волшебный прибор. Как он называется? Ну, это экономка называется. Овощечистка. Кстати, очень удобная штука. Попки отрезаем? Пока нет. Угу. Почему? Потому что нам нужно снять тонкие слайсики вот так вот. Опа! Мы из этого сделаем оболочку. Мы будем заворачивать рыбу. Она у нас будет и красивая, и у нас будут овощи на гриле, считай. Класс. Это как бы косичкой получится? Да, да. Ух ты. Давай. А вот сейчас мы сделаем просто нереальную цитрусовую зелень. Запомни этот прием, он тебе пригодится, поскольку ты любишь готовить рыбу. Цедра с зеленью – идеальное сочетание. Сюда можно добавить чуть-чуть масла, чтобы все это дело связать вместе. Масло растительное. Растительное масло, оливковое, любое. Сережа, а вот черный перчик, специи, хмель, люцинели, соль. Можно добавить? Это по вкусу, кто что хочет. Так, ну что, у нас осталось несколько минут, как раз мы успеем закончить. Значит так, немного масла. Масло. Для того, что цукини не прилипали, поскольку они идут потом сверху. И выкладываем цукини плотненько, внахлёст даже чуть-чуть, одна к одной. Угу. Это ты сам такой рецепт придумал? Ты знаешь, я придумал, исходя из того, что, конечно, у тебя было под рукой. Угу. Но такие рецепты часто встречаются, когда рыбу заворачивают в овощи, да? Ну, я такое вижу впервые. Дальше вот у нас есть вот эта замечательная зелень. Причем тут мы можем как раз, как мы любим, так, чтобы побольше, побольше. Цедра. Слушай, она будет пахнуть, когда вот мы чуть-чуть прогреем ее. Класс. Будет супер. Сережа, я специями потрушу, да? Давай, давай. Класс. Так, помидорчики укладываем тоже внахлёст вот так вот. Помидорчики. Ой, и помидор даст сок такой, да, красивый? Да. Мы будем сейчас еще вот так вот делать, заворачивать. И никто не догадается, что у меня сгорела рыба. Вот, Серега, ты молодец. Вот что тебе сказать? Вот молодец. Я бы не догадался. Круто. И, по-моему, очень красиво. Ты делаешь как косичка, да, получается? Да, да. Делаем мумию, рыбную мумию, да? Звучит мумия не очень, но будет вкусно. Так, аккуратненько придавливаем и делаем рыбную конфетку. Угу. Давай уже я попробую. Давай, давай, кстати, да. Так, берем фольгу. Берем фольгу. Немного масла. Все правильно. Цукини. Да. Раз. Нахлёстится. Нахлёсти. Хоть бы успеть, остается 5 минут. Успеем, мы пока что-нибудь им споем, нальем. Сережа, а сколько рыбка должна быть на мангале? 5 минут максимум, поскольку она у нас уже готовая, нам нужно только, чтобы овощи подошли чуть-чуть. И причем минут. Не варить их, а чтобы они остались чуть-чуть тверденькие. Так, немного специй. Це буде бомбісімо, Сережа. Це буде бомба. Я думаю, что да. Так, и заворачиваем. Да. Начинаем с хвостика. Типа косичка. Да. Я доволен. Ой, мне нравится, потому что мне кажется, что нашим гостям она сильно понравится. И даже вот, знаешь, вот презентация этого блюда. Да, да. Они даже не поймут, что это такое. Но они знают, что Калядеши готовят постоянно вкусно рыбу. И они не узнают нашу рыбу. Да вообще. Они скажут, что за батон? Вуаля! Ну что, понесли на гриль? Да. Давай.
Дим, поправь немного рыбу, чтобы они все время были немного в разных положениях и получали разный нагрев. А надо ее переворачивать, Сережа? Не обязательно, она у нас уже готовая, тем более, что у нас овощи сверху, пусть так и остается. Ну, жар идет, слушаешь? А запах? И запах пошел какой-то обалденный. Более свежий такой, да? И я чувствую лимон. Еще бы. Мы нормально туда, кстати, положили? О, круто. Да. Рыба у нас уже готова, ее нужно снимать с мангала. Ну что, давай попробуем ее аккуратно перенести. Опа, по одной. Ай! Горячая? Класс, да? Красота! А пахнет как, слушай? Слушай, она стала сочнее еще к тому же. Ой, такая рыбка с овощами. То, что надо. И слышится специи, укропчик. Да. Видишь, сок, все, что нужно. Красота. Мы получили. Да. Тарелочки, это ты приготовил для рыбы, да, уже? Ну, конечно. Давай по две штуки на тарелочку. И вуаля. Дим, я надеюсь, ты запомнил рецепт, и он тебе понравился. Так что ты его теперь знаешь. Так что будешь готовить? Да, Сережа. Для приготовления рыбы в зеленой шубке вам понадобится укроп, петрушка, шпинат, цедра лимона, растительное масло, помидор, цукини. Зелень измельчить, снять с рыбы обгорелую кожицу, фольгу смажьте растительным маслом. Тонкими кольцами нарежьте помидор, цукини полосками. На фольгу выложите цукини, рыбу, посыпьте сверху зеленью с цедрой лимона, на рыбу выложите помидор, заверните в полоски из цукини, оберните фольгой. Отправьте пропекаться на барбекю на 5-7 минут. Успели? Успели! Презентации быть, песни быть, быть! Гостям быть! Будьмо! Эй! Будьмо! Эй! Будьмо! 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 Эй! Лень! Лень! Ну что, давай. Несем? Давай, пойдем. Так, рыба есть. Сейчас мы еще с ней кое-что сделаем. Дима! Молодцы! Друзья, проходите, проходите, не стесняйтесь. Олежек, Леночка, возле Димы. Светки. 5, 4, 3, 2, 1. Начинаем пробовать. Так. Приятно. Вообще восхитительно. Восторг. Мягкая такая, да? Да. Браво, повару! У вас появились новые морщинки и пигментные пятна на лице из-за активного солнца? Суперсредство от морщин и пигментных пятен растет у вас на грядке, уверяет эксперт по домашней косметике Олечка Метельская. И сейчас мы в этом убедимся. Олечка, иди, пожалуйста, к нам. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Здравствуй. Оленька, познакомься, пожалуйста, это Ира, мама 9 детей. Ира, рада с вами познакомиться, поражена. Ты согласишься, Оленька, что Ира великолепно выглядит, как мама 9 детей. Есть проблемы, потому что как только солнце выходит, появляются пигментные пятна. И, ну, хотелось бы, конечно, как-то от них избавляться. Что посоветуете? Выйти в огород и посмотреть, а что же у нас растет. А растет у нас сейчас буквально вот все, что нам поможет избавиться как раз от этой вот проблемы. Мы осветлим кожу, но еще и заметно омолодим. Прекрасно. Я думаю, что вот идея такой именно масочки не только Ирише понравится, но и абсолютно всем женщинам, да и молодым девчонкам, которые тоже. Вот в такое солнечное время буквально страдают от пигментных пятен. Это очень распространенная проблема. Выбираем такие простые ингредиенты, как огурец, который очень хорошо осветляет, увлажняет, мяту, которая растет практически у всех на огороде, есть. Хорошо тонизирует, осветляет, укроп тоже осветляет, делает кожу более такой вот молодой, здоровой и, кстати, снимает отечность. Осветлим кожу, но еще и заметно омолодим. Сделаем наши морщинки менее заметными, кожу более упругой, увлажненной. Итак, первый огурец. Ира, вручаю терку. Нам понадобится 2 чайные ложки мелко натертого огурца. А будем от кожуры очищать, Оль? Нет, мы не очищаем, потому что в кожуре очень много полезного. Не зря наши бабушки как раз именно огуречную шкурку прикладывали к лицуке. А я беру мяту и мелко-мелко ее измельчаю. Эфирное масло мяты очень хорошо действует на кожу как омолаживающее средство. Чем мельче мы порежем, тем будет лучше. Ира, раз ты уже с этим вот справилась, берем и мелко-мелко измельчаем укроп. Чем мельче мы
порежем, тем больше это будет похоже на масочку. Оль, откуда рецепт у тебя? Летом на даче. Тут как-то приезжает моя подружка ко мне с ребенком, но без мужа. Начинаем вот там вот пить с подружкой чай вкусный с травками. Она говорит, а ты знаешь, а мне бы еще что-то такое вот для кожи. А то пошла я как-то вот загорать. Я думаю, боже мой, я с этой дачи не вылажу, постоянно загораю. И что-то мне не нравится, вот где-то что-то потемнело. И вот мы давай экспериментировать из того, что было на столе. И скажу, получилось. Итак, мелко-мелко порезали. Да. То, кроме того, как мы порезали, нужно было еще немножко как бы раздавить, чтобы пустило сок. А Ира это сможет легко сделать. Мы теперь все это аккуратненько соединяем. Берем мисочку, берем чайную ложечку и берем 2 чайные ложки огурца. Да, с горочкой. Следующие 2 чайные ложки мелко порезанного укропа. 2 чайные ложки мелко порезанной мяты. А вот теперь берем кефир. Кефира мы берем 4 чайные ложки. Отлично. И следующее это овсяная мука. Нам нужно ее столько, чтобы получилась достаточно густая масса. Это около 6 чайных ложек. Ну да, огурец пустил сок, зелень в принципе тоже достаточно сочная. Да, и вот эта масса кефир. Получается жидковатая, да, для маски. С горкой. Но пока мы возьмем 4 ложечки, да. Разомнем, посмотрим, насколько хорошо маска пустит воду, сок. То есть это получается базовая основа, а потом мы что-то потом, с ней будем... А потом, да, будет еще маленькое волшебство. Потому что хочется иметь вот всегда в арсенале какие-то универсальные маски, чтобы что-то добавлять, и там девчонкам, вот особенно у меня ж старшие. После того, как наша масса уже стала вот однородной, мы делим ее пополам. Это зачем же, на 2 лица? Абсолютно верно. Одна маска мне, вторая Ире. Надя, а тебе мы дадим рецепт. На самом деле это какой-то секрет очередной Оли. Но у нее просто так не бывает ничего. А это потому, что мы будем делать еще из этой вот основы 2 маски. Каждая из масок будет справляться со своей проблемой. Первая маска. В эту вот основу мы добавляем лимонный сок 1,5 чайные ложки. Выжимаем. Я подержу ложечку. Отличненько, замечательно. А какую же проблему решит эта маска с лимоном? Лимонный сок очень хорошо убирает темные пятна. Как раз он борется с пигментацией. Мы эту маску обязательно делаем только вечером. Потому что сок лимона, да, вот он может вызвать как раз на обратный эффект. Если мы сделали маску и вышли, не выждав 2-3 часа, после этой маски на солнце, да, вот усиление пигментации. Ого. Поэтому только вечером. Мы это все размешиваем, и у нас готовая маска. А вот для девочек, может быть, и для Ирочки, когда у нее нет возможности вечером сделать какие-то спа себе процедуры, мы добавляем в нашу маску оливковое масло, всего лишь 1 чайную ложку. Наша кожа становится более эластичной. Витамин Е, который содержится в масле, делает нашу кожу более мягкой, сосуды наши становятся более такие вот защищенные, более того, спадает краснота. И эта масочка еще немножко и подпитывает нашу кожу. Хорошо подтягивает. Вот как раз вот профилактика возрастных изменений. А ее нужно курсом делать или одноразово? Если мы делаем маску с лимонным соком, да, с целью избавления от пигментации, значит, мы ее должны сделать 2-3 раза в неделю, хотя бы 10 раз. Подчеркну, вечером. Если мы хотим просто сделать нашу кожу более упругой, более здоровой, избавиться от лишней красноты после солнышка, в таком случае мы делаем маску с оливковым маслом. И этого достаточно 1-2 раза, чтобы мы посмотрели, что действительно кожа помолодела. После того, как уже все это замешали, раскрываем последний секрет. Наносить ее нужно на марлевый каркас. Иначе мы потом будем после нанесения очень долго и нудно снимать с себя вот эти вот крошечки огурца. Я предлагаю, Ира, попробовать хотя бы на руке, хотя бы маленький кусочек. Да, давайте на руке попробуем. Да, вот когда мы накладываем эту маску на лицо, сначала мы очищаем кожу, промакиваем кожу сухой салфеткой, потом уже сверху марлевый каркасик, а потом уже аккуратно выкладываем нашу масочку. Слушайте, так это и для рук-то маска тоже хорошая, потому что... Да, я тоже об этом подумала, да? Надюш, да. Дома мы можем более аккуратно выложить пальцами по нашему лицу. Если мы дома, у нас чистые руки, мы можем эту масочку наносить и руками. Можно наносить и на область глаз, и на область губ, и на шею, да, даже на область декольте. Все, то есть, если снимаем, мы сделаем, да. И потом мы принимаем душ,
Очень мягкая кожа такая, девчонки, стала. Такая бархатистая. Вот. Знаешь, для меня это очень находка хорошая. Олечка, а нужно свежеприготовленное ее использовать? Или можно с запасом так сделать? Так не получится. Нет? С запасом. Потому что огурец свеженатертый долго стоять не будет. И то правда. Да и мята, она очень быстро сохнет на самом-то деле. Буквально час вот листики мяты полежат вот сверху, и они уже кукожатся, и вообще... Что-то уже не то. Олечка, спасибо тебе огромное. Я очень довольна. Олечка, хорошо, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пожалуйста. Коли, як не влітку, кожна поїздка в транспорті перетворюється на пекельне випробування. Ви не можете позбутися від запаморочення, нудоти і слабкості. Самвел Адамян і Женя Полівода знайшли в інтернеті 4 найбільш обговорювані методи від захитування і випробують їх на собі. Для цього вони обрали екстремальні місця, в яких будь-кого знудить за лічені хвилини. Але спочатку хлопці перевірять, як зреагує їх організм на такий експеримент без методів. Женя, ми з тобою відправляємося в мир путешествий. Боже, Самвел, я хочу в Діснейленд, к поночки. Ну, Діснейленд я тобі не обіцяю, а таку дитячу площадку з такою замечательною каруселью. Ти спробуєш. Мандри починаються з найменшого зла – дитячої каруселі. Хоча відчуття на ній, як у ракеті перед стартом. Все, Самвел, останавливай. Останавливай. Останавливай ногами, все, руками, локтями, як хочеш. Ой, Женя, Женя, тормози не можу, зараз вирву. Чесно. Давай. Фу. Как тебе? Ой, плохо, страшно, слушай, вообще. Мы дали хлопцам годину, аби вони прийшли до тями і продовжили експеримент. Вот такой браслетик продается в магазине. Он стоит порядка 150 гривен. А вот второй браслетик – это самодельный. На браслетике есть такая выпуклая кнопочка, вот такая, или пуговичка, как в самодельном. Вот. Ну, можно обычную пуговицу с бабушкиного платья оторвать, нашить и до свидания. Тут эта кнопочка действует на область запястья. Жене, конечно, я отдаю вот такую самодельную, хай він його менше укачує, а себе возьму профессиональную. Мануальні терапевти запевняють, акупунктурний браслет впливає на точку в області зап'ястя, яка відповідає за нормалізацію травлення та позбавляє від нудоти. Якщо вдруг вас почало укачувати, то одразу давіть немножко на цю кнопочку. Кнопка СОС. Так, да, я сподіваюся, що це допоможе, хоча, чесно, я сумніваюся, тому що мене дуже сильно укачує. Ну що, Женя, вперед, давай ти перший, тому що мені, чесно, страшно, що мене вперед ногами винесуть з карусі. Так це тільки перший метод. Давай вперед. Давай. Давай, тебя вперед. Принимайте удобную позу по ходу событий. Давай, я держу. Давай улыбку птеродактиля. Самвел, ну, мне вообще не тошнит. Мне нормально. Суперприз. Оце людям, если ты вылетишь, це представь форточку залити, таке багатство, як ти. Нажимай, нажимай. Ну как, я нажимаю, Жень. Как тебе? Останавливай. Как тебе? Нажимал? Ну, для меня метод эффективный, но где-то 70 на 30, потому что меня очень сильно укачивает, то есть реально. Немножко легче по сравнению с первым разом, но не так, чтобы, знаете, на 100% меня вообще не укачало. Для меня лично метод эффективный, но самое главное, нужно попасть в эту вот ямочку, которая тут на запястье, и именно этой вот пуговицей, и вот сюда попасть. Мне нравится. Випробування вестибулярного апарату хлопці продовжують у зорбах. Ой, мамочка! Відчайдушні вони у нас. І ну так бах-бах, ноги туди, руки туди, ну немножко голова кружиться. Ой, подождите! Ой! Позывы идут, и ты не можешь контролировать ситуацию. Чик-чик, так. Сделать тебе. Куда что ты это лезешь? За пластик? Надо заклеить пупок. Який пупок? Отой.
Ага. Да пуповина с мамкой была. Так что делать? Задирай футболку. На я тебе что, холодильник с магнитами? Ну я же тебе покажу, как. Подними. Давай. Подними, я буду клеить. Держи. Буду подними. Клеить. Ну. Дивись, вот тебе пупок. Так, складку. Автори поради впевнені, що пластир буде тримати в тонусі м'язи живота, не даватиме їм розслаблятися і активізує опір вестибулярного апарату. Я боюсь, що у мене пупок лопнуть. І заклеюваю. Раз. Люди вже катаються, поки ти тут клеїш. І заклеюваю. Два. Все. Ой, Боже! Ой, Самвел, Самвел, держись, я тебе прошу. Ой, мамочка! Боже, Самвел! Ой, ага, это я уже знаю. Ой. Ой, фу. Капец, знаете, что я хочу сказать? Что оно было смешно, что мы вот этот пупок клеили, но на самом деле ощущение намного лучше. Вот если сравнить тот раз, когда я скатывался, то оно, знаете, чуть такое тошнотное состояние было. А сейчас вообще у тебя ничего не почувствовал. Ой, что делать? Ой. Ой. Ой, подождите. Ой. Мама! Ой, подождите, вымейте меня с этой будки. Ну, Самвел, я тебе хочу сказать, что метод, он эффективный. Да, так что сама. Пользуйтесь, пластырь на пупке для вас благоприятный. Нова зупинка – дитячий парк. Але в ньому дорослі атракціони. Что оно такое? Ой, ой, я ой, а что это такое трансформируется? Боже! Господи, земля разошла. Боже! Ой, мама, ты что? Ой, мама! Я еще на твоем спектакле не был! Вони ходити зможуть після такого? Отпускайте! Ой, мамочка, останавливайте! Ой, мне плохо. Останавливайте, останавливайте, мне уже плохо. Ух. Ну давайте уже быстрее, ну что это такое? О, боже мой. Самвел, чем же ты меня будешь шокировать в этот раз? В этот раз я не могу с тобой жевать. Жевать? Я боюсь, кружку? Не, содержимое. У меня осталась заварка зеленого чая. Інтернет-порадники стверджують, терпкий присмак заварки разом з подразненням поверхні язика перебиває імпульси від вестибулярного апарату до мозку, блокуючи відчуття запаморочення. Кава на гучка. Так оно що, ще відстаювалось троє суток? Та ні, я ж випив чай трохи. Не є, тільки жуй, бо ти нажрешся зараз, скору визивати. По-моєму, заварка блокує не тільки імпульси, поступаючи в мозк. Аж віски б'ють. Ну що, пішли? Ой, ну точно не розкриється, ні? Ой, мама! Ой! Жуй заварку, мовця! Ой, мамочка, дорога! Ой, отпустіть мене на волю! Ой, мамочка, останавливайте. Ой, останавливайте. Останавливайте, мне уже плохо. О, мама дорогая. Ты живый, нет? Ой. Отпускайте мне на желудок дальше. Не, ощущения нормальные, да? Да не вырыгай, дивись. Вставай, французская королева. Мы прыгаем. Пошли. То есть вот сейчас у меня абсолютно ни голова не кружится. Я, конечно, кричав, смеявся, но все равно оно было прикольно. Остання перевірка на витривалість – віртуальна реальність. Справжній вибух мозку. Ой, що? Мама, подожди, а чому ми їдемо? Ой, ой, Женя, не вбий мене, дурак! Ой, мама, куди ми їдемо? Стой, мама! Это что, шарпатый?
Ой, Боже, быстро снимай. Хлопці, ви ще живі? Вам же ще метод відукачування перевіряти. Добре, це фото. В общем, мы с Женей будем тестировать последний метод от укачивания. Это использование таких тканевых повязок, которые смочены холодной водой. Использовать их нужно вот это, Женя, на ножку, это на левую, это на правую, на лодыжки ног. Не на ляжки, а вот сюда, понял? И на шею. Это что, поводочек? Так давай мне яркий, мне нравится. Это на шею яркий, это на ноги, Женя. Змочені холодною водою пов'язки знижують температуру тіла, покращують циркуляцію крові, що мінімізує відчуття захитування. Отправляемся в виртуальную реальность, Женя. А прохладно, да, с этим, Женя? Тише, да, сам был. Мне кажется, нормально. С этим хорошо. Сиди спокойно, не дергайся. Ну что, начинайте. Ой, мама, кто это? А, я птица. Я море, я птица, глянь, я лечу. Ой, у меня якийсь хвост сзади. Ой, у меня якийсь хобот спереди. На чем мы летим? Ой, класс! Мама дорогая, заново, глянь. Камни летят. Глянь, я как птица. А что мне за ключ? Ах ты, зараза! Ах ты, зараза! Ой-ой-ой! Ой, мы берем штурмом! Мы берем штурмом! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой! Ой, какие они страшные! Ой, уйди, зараза! Женя, ты живый? Боже. Подождите, ни у кого нет воды. Результат нас шокував. Жені стало дуже зле. Метод з пов'язками йому не допоміг. Він не в змозі дати останній коментар у тест-драйвів методів від захитування. Мені кажется, это самый лучший метод, тут, как по мне, вот этот вот. И ноги, прям холодно в ноги, и сразу, знаете, чувствуется, что температура тела понижается. И от этого такое, знаете, как тело в тонусе, то есть и мозги такие ясные. Як не дивно, але лише заклеювання пупка пластером виявилося ефективним для обох експериментаторів. Виберіть ваш метод, який підходить вам, і ніяка поїздка вам не буде страшна.